Мы не боимся цифровой зависимости по-настоящему, потому что очень сложно любую зависимость отфиксировать. Алкоголик до последнего будет отпираться, что он не алкоголик. Наркоман до последнего будет отпираться, что он не наркоман. Потому что это часть жизни. В этом смысл зависимости. Она входит в нас, становится частью как бы нас. Вот. Как мы можем сами от себя быть зависимы? Это же абсурдно. Правда состоит в том, что, конечно, мы погрузились в цифровую реальность без скафандра и сразу на очень большую глубину. Потому что работа там, потому что это средство коммуникации, потому что это средство позиционирования самого себя, средство восприятия других людей. А дальше просто над нами стали издеваться алгоритмы социальных сетей, которые делают все возможное, чтобы удерживать наше внимание и перепродавать его. Поэтому мы не осознаем по-настоящему, это факт. Самое главное, мы не понимаем, насколько это портит качество жизни. И, возможно, единственный способ понять, что ты зависим, алкоголик, наркоман или цифрозависимый, это понять, что ты теряешь из-за вот этой части твоей жизни. И, возможно, именно эту часть жизни надо потерять, чтобы обрести то, что для тебя по-настоящему важно и ценно.